Всем привет, меня зовут Алфинкран, и в этом видео я хочу показать, как можно построить очень классный домик. Сейчас я вам его покажу. Вот, значит, этот у нас домик. Он двухэтажный. Ну, он довольно небольшой, но в нем есть очень классный телевизор. Дом с телевизором. Значит, на входе у нас есть две головы эндермена и красная дорожка. Открываем дверь и входим. Слева у нас есть два сундука больших. Так, если пройти, то можно увидеть алмазный стенд. Стенд с броней в алмазной. Ну, в алмазке. Так, тут у нас есть диванчик. Пульт от телевизора. Вот это сам телевизор такой. Значит, здесь у нас лестница на второй этаж. Сейчас мы поднимаемся. На втором этаже вокруг лестницы у нас есть забор такой. Здесь, когда мы выходим с лестницы, прямо перед нами у нас есть наковальня, верстак и две печки. Тут есть две зеленые кровати, как будто королевские такие. Потом напротив кровати у нас есть котел с водой. Это у нас как умывальник. Тут есть двери и выход на балкон. Вот такой у нас интересный балкончик большой. На крыше у нас есть флаг. Два, ну там флаг с красными баннерами. Крыша у нас сделана из каменных кирпичей и первый слой из кварца. А теперь посмотрим, как он строится. Сначала ставим 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 каменных кирпичей и делаем квадрат 10 на 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5. Нет. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что-то лишнее. И теперь соединяем. В середине нужно заполнить такой сеточкой. Ставим дубовые доски и за ними ставим сам дуб. И теперь наоборот. Вот так вот делаем сеточку. Это будет пол. Такс. Дуб должен смотреть вверх, чтобы было без поворотов. Так вот. Итак, нам нужно заполнить весь пол. Так, смотрите, чтобы коровы тут не ходили. А то мешают немного. Совсем чуть-чуть. Значит, снова криво вот так вот не достать, потому что выйдет снова некрасиво. Потому что криво убираем и надо будет переделывать. Так вот. Снова заполняем дубовыми досками. Можно, конечно, сделать сразу так и потом в середину поставить дуб. Но это уже все равно как. Так, снова. Надо стоять прямо над блоком, чтобы получалось хорошо и не приходилось переделывать. Что это уже неудобно. Все, вот такой у нас вышел пол. Теперь дальше нам надо взять любое дерево, подойдет любое, но я, например, больше предпочитаю, возьму березу. Так, вот берем березу и ставим вот так вот первый слой. С
Потом стекла можно сделать любые, но лучше делать белые и стеклянные панели. Будет смотреться красивее. Теперь где-то по центру мы должны выделить дверь у нас. Промежуток для двери. Что лагает? Вот здесь будет дверь. Теперь возьмем саму дверь и поставим. Тоже дверь, все равно какая, но мне кажется, красивее будет из темного дуба больше всего. Так, вот так вот берем дверки. И можно поставить любые ступеньки. Вот так вот ставим ступеньки. Все, есть. Теперь делаем окна в промежутком 2 блока. Окна тоже квадратом 2 на 2. И так по всему дому. Два, раз, два. А тут на углах можно ставить такие. Два. Два. На углах можно сделать треугольник. В принципе, это сильно не повредит. Два. И сюда тоже. Так, вот теперь берем стеклянную панель. Можно белую, а можно обычную. Я, например, возьму белый. Так будет, наверное, красивее. Так-с. Теперь делаем окна. Окнышки. Лишнее убираем. И делаем и везде вот эти промежутки, которые мы оставили, мы должны заполнить стеклянной панелью. Так, все тут вышло как-то неправильно. Неправильно. Тут в одном месте в углу выходит, что в один блок. Это нормально, ничего. Так, теперь снова берем над дверью, нам нужно заставить. Тоже бирюзовыми досками. И также делаем сверху над окнами мы ложим. Чтобы вот так выходило. Так. А где столбы, то мы так и продолжаем, чтобы стояло вот так вот прямо. Лишнее убираем. Раз. Два. Так. Так вот. Где что-то не выходит. Вот, например, здесь у нас в 2 блока береза должно стоять. Вот тут стекла один блок. А тут такой выходит треугольник. Так, значит, в самом доме мы должны сделать подъем на второй этаж. Вот тут ставим раз лестницу. Под ней каменный кирпич. Потом снова лезть. Ступеньки каменные. Дальше идет каменный кирпич. И так до следующего этажа. Снизу мы не должны вставлять каких-то промежутков. Так, теперь дальше мы должны делать тоже такую же сеточку. Ставим
Нет, да, не сеточку. На втором этаже мы делаем из каменных кирпичей пол. Пол из каменных кирпичей. Здесь смотрим, чтобы голова не упиралась, и чтобы мы могли спокойно подниматься. И не ставим лишних блоков, то есть выход. Если поставить так, то это будет уже лишний. Надо поставить здесь. Все нормально, и тут мы оставляем промежуток для лестницы. Лезть. Он готов. И так заполняем весь наш квадрат. Надо заполнить каменными кирпичами. Все. Осталось последний слой. Все, готово. Дальше мы берем любой забор. Но, мне кажется, лучше всего будет смотреться дубовый забор. Ставим, значит, здесь, огораживаем лестницу. Здесь и вот тут тоже ставим. Но должны ставить проход. Так, вот тут у нас проходик. Все, теперь можно спокойно вот здесь сходить. Дальше продолжаем делать такие же стены из березы. Делаем, значит, первый слой. И нужно в нем будет оставить тоже дырочку для балкона. А балкон у нас будет... Вот вход на балкон у нас будет здесь. И здесь он должен быть над... Все, вот тут у нас будет балкон. Пол на балконе мы тоже делаем из каменных кирпичей. И делаем вот такой... небольшой балкончик. Все, теперь тоже это все огораживаем забором. Здесь мы должны поставить такие ступеньки. Не такие. Тут ставим ступеньки. Тут и тут. Делаем. И с другой стороны делаем так же самое. Ставим вот тут ступеньки, Вот такой у нас выходит балкон. Так, дальше делаем стекла. Стекла делаем так же, как и на первом этаже. 2 на 2. Квадратом. Есть. Так. Так. Даже не так. Так. Тут также, если на углах будут какие-то проблемы, то это все нормально. Все так и должно быть. 2. 2. Вот, пока что у нас такой двухэтажный домик. Теперь заставляем с белыми стеклянными панелями. Так. Все эти промежутки. Но не делаем выше колонн, которые мы поставили. Так, убираем.
лишнее стекло лишним нигде не должно торчать, не должно нигде быть никаких дырок. И дальше делаем крышу. Крышу здесь мы уже сделаем по-другому. Так, для этого нам понадобится кварц. Ой, бетон. Для крыши нам нужен будет кварцевый блок обычный. Так. Теперь ставим кварц. Кварц тоже ставится по-разному, как и береза. Но так. Вот так. Делаем. Это у нас будет сверху над стеклами, вот так вот. Может, лучше будет делать так. Так и на углах ставить. Вверх, чтобы смотрел. Значит, на углах вверх. Теперь мы тут передел. Ставим угол вверх. Снова ставим так. Угол. Вот так вот мы должны поставить кварц. Потом... Нам нужны кварцевые ступеньки. Вот эти. Кварц нам больше сам не понадобится. Так, заменяем. На углах мы должны сделать вот так. Сюда поставить забор. Не забор. Сюда мы ставим, значит, дуб. Но чтобы он смотрел вверх, надо под ним поставить какой-то блок. Любой. И потом его убрать. Все, вот так вот делаем. И так на каждом углу. Так. 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 Все. Здесь так же самое делаем. И на последний угол ставим тоже сюда. Все, вот там. Там убираем. Сюда. Все, есть углы мы сделали. Так, кварцевые ступеньки нам тоже больше не понадобятся. И мы должны теперь взять... камень, но нам нужен тоже вот этот каменный кирпич. Есть. У меня же был. Так, с каменным кирпичом мы делаем на блок выше. И тоже заставляем, но не задеваем кварц. Мы уже начинаем делать крышу дома. Так, вот так. Теперь тут мы должны ставить дубовые доски. И потом до конца, до соединения мы тоже делаем дубовыми досками.
Ну, так вот. Вот так. Сверху мы... Так, мы делаем... Так вот, ступеньками. Делаем. И ставим такую конструкцию. Вот оно. И туда мы сейчас поставим баннер. Баннер можно любого цвета. Смотреться будет все хорошо. Раз, два. Сюда, сюда, вот сюда. Вот такие. Так, все, крыша готова. Ну, верхушка крыши у нас готова. Теперь мы дубовые доски заделаем ступеньками каменными. Так вот по всему периметру. Пеньки ставим, значит. И кварц мы должны все-таки оставить открытым. Что он нам еще прикатится. Вот такой у нас домик снаружи выходит. Теперь заходим в сам домик. И начинаем делать какой-то уже... Декор самому. Значит, нам нужна стойка для доспехов. Ее мы можем поставить какой-то уголок. Ну, например, пусть она будет вот здесь стоять. Тогда мы можем надеть любую броню как защиту. Экипировать. Экипировать. Сейчас экипируем. Экипировать. Все, вот такая у нас стойка для доспехов. И ей мы дадим меч. Вот, все, у нас теперь стойка будет с мечом. Значит, на первом этаже также мы должны сделать диван. Диван, диван, диван. Диванович, диван. Берем ступеньки дубовые. Дубовые ступеньки. И вот тут ставим вот такой диван. Диван. Теперь нам нужны таблички, чтобы сделать, как будто это ручки. Вот. На диване. Ступеньки нам больше не понадобятся. На табличке нам писать ничего не надо. Вот. Вот такой у нас диван. Теперь перед диваном мы сделаем наш телевизор. Телевизор. Для этого нам нужны книжные полки. Книжные полки. Потом угольный блок. Угольный блок или обсидиан тоже сойдет. Ну, я возьму обсидиан. Так, берем обсидиан. Теперь ставим книжные полки на расстоянии. Ну. Состояние трех блоков, вот так. Так.
такой телевизор. Теперь сюда ставим обсидиан. Здесь мы убираем нижние полки. Вот. Все, наш телевизор готов. Теперь можно сделать какую-то типа тумбочку возле дивана, на которой у нас будет лежать пульт. Так, значит, это пусть у нас будет ну, можно поставить какой-то любой блок и любой блок дерева. Ну, в принципе, я ставлю, наверное, березу. Пускай будет береза. Здесь у нас пускай стоит береза. На ней пульт, это будет рычаг. Такой рычаг. Вот, все. Первый этаж у нас готов. Теперь поднимаемся на второй этаж. Здесь мы должны сделать спальню. Спальню выходит. Нам нужны кровати для этого. И шерсть, и любая шерсть. Кровати, 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 кровати. Кровати. Вот, кровати. Я поставлю лаймовые кровати. В принципе, цвет кровати не имеет никакого значения. Теперь вокруг мы ставим шерсть. Красную шерсть. Красную шерсть ставим. Так, 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 так. Но не должна закрывать вход на балкон. Нет, кровати переставим, потому что они закрывают вход на наш балкон. Нет, вот так вот. Кровати делаем вот так. Так вот. Все, есть. Кровати готовы. Также мы должны сделать верстак, печки и сундуки обычные. Тут у нас будет стоять верстак и две печки. А сундуки мы поставим на первом этаже. Вот здесь. Раз, два. Так, вот такие сундучки. Теперь на втором этаже мы должны поставить наковальню. Обычную наковальню. Здесь. Тут ставим наковальню. Так. Берем котел сейчас. Берем котел и какой-то. И также берем рычаг. Рычаг. Ставим вот сюда котелок, сюда рычажок и опускаем его вниз. В котел нам нужно залить воды, это будет как умывальник. Вода. Ведро воды берем. Все, готово. Можем поставить какие-то головы эндера дракона для декора нашего дома снаружи. Выходим. Вот здесь при входе пускай стоят две такие головы. Потом мы заменим траву на красную шерсть. Вот эта красная дорожка будет. Берем красную шерсть. И надо взять какие-то цветочки. Цветочки. Вот цветы.
Лучше всего подойдет к оранжевому тюльпану. Так, теперь два блока ставим такую дорожку в длину тоже 6 блоков. 3, 4, 5, 6. И тут вокруг в рядочек ставим тюльпаны. Вот такие тюльпаны. Так, так и так. Все, вот такой у нас выходит домик. Красиво. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем удачи, всем пока.